И продолжает, конечно же, сама Фатима Захваева. Зовешься ни на один концерт. Приглашаешь, приглашаешь, зовешь, зовешь. А он приходит тогда, когда его практически не ждешь. Один из самых талантливых, мой земляк, интересный. Просто, я вам скажу, человек, который и характером, и творчеством, и голосом, и пением говорит сам за себя практически на 100%. Руслан Гасанов, аплодисменты! Конечно, как обычно, Руслан Гасанов много не поет. Спасибо ему огромное. И продолжает, конечно же, наш концерт. Тоже одна из популярных и любимых наших исполнительниц. Девушка, которая своим, конечно же, характером заработает, конечно, любую ситуацию. Она владеет всеми. Встречайте Ася Лаева. Аплодисменты. Всем приятного отдыха. А наших Руслана я жаль, поздравляю, как всегда. Молодцы! Девочки!
На протяжении всех концертов Ася, как настоящий друг, всегда рядом. Аплодисменты. Ну а сейчас я уверена, что будут бурные овации, потому что на сцену приглашаем ту, которая сегодня королева. Королева не просто так, но и внешне, и внутренне. И, конечно же, как говорится, просто человек, который является центром, эпицентром сегодняшнего вечера. Ажая Бакарова! Yeah, yeah.
девчонки, мальчишки, ребятки, жду вас в центре зала. Давайте потанцуем.
Ажай, Ажай, пожалуйста, сейчас, подождите секунду, можно зажигательную лезгинку? Еще одну. Можно, да? Конечно, можно. Мы хотим посвятить гостям из Италии Александру и Симона. Где они? Можно увидеть, услышать, где этот стол? Где у нас иностранцы? Пожалуйста, давайте поаплодируем. Люди, которые приехали. Конечно же, и этот зажигательный трек в исполнении Ажай Абакаровой звучит специально для Александру и Симона. Ажай Абакарова, аплодисменты! Аплодисменты!